Поумнел Челябинск сразу по 27 направлениям. Это управление городом, энергосберегающие технологии, телемедицина и многое другое. На улицах появились 6 современных остановок с бесплатным Wi-Fi, системой видеонаблюдения, актуальным расписанием и возможностью подбора маршрута. На умных челябинских парковках при помощи компьютерного зрения можно найти свободное место и следить за автомобилем, а крупная сетевая компания научилась проверять городские тепломагистрали с помощью системы виртуальной диагностики.